Я все время вспоминаю тот момент, когда сказал Фрэнку Шемроку: «Вставай, дерись как мужик». Теперь я ненавижу себя за сказанную глупость. Мы шли с другими бойцами и увидели гигантский экран. На нем показывали превью к завтрашним боям. И там парень висел в халфгарде, обхватил пятку и оттянулся. Я подумал, какой крутой прием. На следующий день в бою я подумал, что попробую этот прием. Я обхватил пятку и оттянулся. Я никогда не делал этот прием и не знал, к чему это может привести. Я сломал ему голень. Именно тогда я понял, что борьба на земле гораздо жестче стойки.